Друзья, еще раз добрый вечер. У нас появилась уникальная возможность пообщаться с Ольгой Левицкой, создательницей уникального стартапа, который связан с нейротехнологиями, с виртуальной реальностью и с уникальной возможностью помогать людям в тяжелой ситуации, когда они травмировали себя. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос. Ольга, подскажите, пожалуйста, в чем заключается суть вашего стартапа, ну, буквально в двух предложениях? Хорошо. Мы разрабатываем костюм виртуальной реальности для считывания воспроизведения движения ощущений. Он позволяет ощущать виртуальные объекты как настоящие, считывать движение собственное, а также считывать и воспроизводить движение с одного человека и воспроизводить на другом для того, чтобы эффективно обучаться чему бы то ни было, например, игре на скрипке или на контрабасе. А меня можете научить играть на гитаре? В целом, да, для этого вам нужна пара перчаток, быть включенным в платформу doefeel.me и, собственно, скачать умение какого-либо из нравившихся вам гитаристов. А у вас сейчас большая база, то есть, ну, которая позволяет обучаться? Сейчас проект находится на уровне небольшой серии, которая используется для реабилитации, поэтому на данный момент база находится в разработке. Я понял. Да, в самом ближайшем будущем мы собираемся сформировать определенный пул и музыкантов, и людей, создающих VR-контент. Я понял. Ольга, а подскажите, пожалуйста, с чего все началось, то есть к чему, ну, почему вы решили этим заняться? Несколько лет назад я поранила руку, рассекла нерв случайно и утратила возможность заниматься музыкой, еще одной моей страстью, которой я занималась помимо нейробиологии. Для того, чтобы себе помочь, я собрала команду инженеров, программистов, и мы создали прототип, который мог считывать и воспроизводить движения, считывали с контрабасиста, воспроизводили на мне, и таким образом я научилась играть за 21 день рукой, которую даже не чувствую. Сейчас я таким образом уже освоила 12 новых музыкальных инструментов, и далее мы продолжаем использовать технологии нейротрекинга и нейростимуляции для того, чтобы воспроизводить не только движение, но и ощущения. Ольга, я правильно понял, вам приходится постоянно носить этот костюм, чтобы ваша рука функционировала? Не совсем, потому что за счет мышечной памяти происходит моторное научение. И в итоге вы сами знаете, запоминаете, как именно двигаться. Но я ношу костюм действительно чуть более чем постоянно. Это я делаю с целью того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Дело в том, что костюм, помимо, собственно, виртуальной реальности и движений, помогает находиться, так называемый смарт-фитнес. Я задаю себе программы, я могу кушать всякие сладости, печеньки и так далее, и при этом быть в хорошей форме, потому что он это позволяет. Буквально этим летом мы изготовили целиком мой личный собственный экземпляр, и я стала ходить на постоянно, и так мне удалось похудеть на 30 килограмм за 60 дней. Собственно, это еще одна из сфер применения костюма. Можно сидеть, заниматься своими делами на кресле и при этом снижать вес. Серьезно? А я не понимаю, как это вообще работает? Ну, смотрите, у нас есть мозг, есть спиной мозг и есть нервы. Вот это вот кусочек головного мозга. А это периферические нервы, их аналог. Они производят вычисления, как и обычный мозг, генерируют соответствующую энергию потенциала, которая передается через контактную поверхность. Собственно, весь костюм является матрицей контактных поверхностей. Транслируя, кодируя информацию на нервы, мышцы и кожные рецепторы. И мы получаем информацию в готовом виде. Иными словами, если говорить именно про смарт-фитнес, то мы худеем благодаря тому, что имеем нормальную физическую активность, но она нам не мешает. То есть у нас происходит движение мышц, но при этом мы не двигаемся сами, чувствуя что-то вроде массажа. То есть вы постоянно чувствуете, как в вашем теле происходят какие-то изменения, он немножечко так пошевеливается, ну и в то же время, ну, то есть происходит некий фитнес-эффект. Совершенно верно. Это просто уникально, друзья, я слушаю это, и у меня аж прям, ну, честно, в голове что-то переворачивается, но в позитивном смысле этого слова. Ольга, я слышал, что сейчас вы находитесь в поисках инвестиций, вы могли бы вкратце об этом рассказать? То есть что вам нужно, что вы ищете и с какой целью? Да, сейчас мы хотим выйти на серийное масштабное производство и
собственно, захватывать международный рынок. Для этого нам необходимо поднимать маркетинговую историю, для этого нам необходимо делать, собственно, производство. В нашей команде есть люди, которые занимаются разработкой станков для того, чтобы промышленно автоматизированно производить костюмы. Сейчас мы оцениваемся в 500 миллионов долларов, учитывая весь наш вклад и количество работающих человек, а также привлеченные ранее средства. И у нас здесь еще 10 свободных процентов, которые мы готовы, собственно, подарить тем, кто... Я правильно понял, 10% от 500 миллионов долларов, то есть вы продаете сейчас 50 миллионов долларов, правильно? Да. То есть хотите привлечь сейчас 50 миллионов долларов с целью масштабировать и реализовать свое производство, или как? А не совсем. На самом деле, в идеале, мы готовы привлечь 5 миллионов долларов. А для этого нам будет более-менее комфортно. А с большей суммой нам удастся сделать это быстрее. Рынок развивается очень, очень быстро, поэтому если будет больше, то будет лучше. Это невероятно что-то, друзья. Я обязательно расскажу вам подробнее об этом в своем блоге. Ждите подробную информацию, подписывайтесь на наш канал. Ольге огромное спасибо, это уникально. Я надеюсь, что у нас будет с вами возможность еще пообщаться. Благодарю вас, с вами было очень приятно разговаривать. Спасибо. До свидания.